Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Я уверена, что у меня теперь внук 16 лет. Он пойдет стыдиться отца. Вот так. За то, что все так случилось. Мальчик учиться хотел, а теперь вчера звонит и говорит: бабушка, я пойду возьму автомат, буду защищать. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые, в голову сложили в поле.